Штурмер – это центр тактической экипировки. Компания-производитель и поставщик военного снаряжения, одежды и сопутствующих товаров. Я сам давно отовариваюсь в этом магазине, и сейчас решил вам рассказать о нем и снять небольшое видео. Меня зовут Виталий Вереск, и это обзор магазина «Штурмер». Поехали! Сначала было принято решение зайти в магазин как обычный покупатель, в первую очередь, чтобы показать качество обслуживания. Сотрудник магазина сразу со мной поздоровался и предложил помощь в выборе интересующей меня вещи. Но я решил осмотреться сам. Повтыкал в пальчики, один мне даже приглянулся, после этого решил воспользоваться компьютером, стоящим в центре зала. О всех фишках этого решения я расскажу вам чуть позже, сейчас шопинг. Мне нужна была тактическая футболка, так что я изучил варианты на компьютере и направился к нужному стенду. Нашел интересующую меня модель и попросил продавца-консультанта рассказать мне о ней подробнее. Персонал магазина хорошо разбирается в ассортименте. Продавец рассказал мне о всех фишках футболки и ее составе, только взглянув на нее, и это однозначный плюс. Потом я попросил рассказать мне о патчах, а именно об их наличии. На стенде представлено много моделей, но все в одном экземпляре. А вот консультант объяснил, что это только выставочные образцы, и при желании можно купить этих самых патчей хоть на всю команду, да хоть на две. Посмотрев, как патч смотрится на футболке, я решил глянуть, как они вместе будут на мне смотреться, и пошел в примерочную. Смотрелось классно, можете поверить на слово. Поэтому я решил купить патч и футболку. В подарок мне дали каталог и наклейку 5.11, приятный бонус. В магазине работает оплата по карте, что в 2К17 просто необходимый атрибут для любого магазина. Чуть позже я вернулся уже с оператором и с разрешения руководства магазина снял подробный обзор-репортаж. Мы находимся в магазине «Штурмер», и это центр тактической экипировки. Здесь представлено огромное количество разнообразных товаров, таких как бронежилеты, разгрузочные платформы. Вот сейчас у нас лето, и это футболки, разумеется, тоже тактические. Тактические даже шортики с карманами под магазины и так далее. Разумеется, большое количество военной обуви. Причем, что самое интересное, такой обувь, как, например, данные ловы, их можно носить даже на гражданке. Они надежные, прочные, и будут очень удобны. Разумеется, большое количество флиса, термобелья, софтшеллов и прочего, рюкзаки, подсумки. Но не надо думать, то, что все, что представлено в выставочном зале, это весь ассортимент магазина. Вот здесь, прямо в центре, у нас находится компьютер, с помощью которого мы можем посмотреть наличие товара на складе. То есть, если вы не поняли, объясняю еще раз. Выставочный зал – это примерно 1/10 часть от всего ассортимента магазина. Если вы что-то хотите найти и пришли в магазин уже по факту, а не смотрите через интернет-магазин, то вы подходите к компьютеру, и, разумеется, если вы не спрашиваете у продавца-консультанта, и находите то, что вам надо. Ну, к примеру, я хочу куртки и парки. Я выбираю нужный мне товар. К примеру, это будет анорак. Смотрю размер, смотрю наличие. И если нету этого в выставочном зале, я прошу это вынести, мне приносят, я меряю, я довольный, покупаю и иду уже оперировать с этой вещью. Еще один крайне крутой момент. Вот вы когда-нибудь хотели сами шить снаряжение? Или починить свое снаряжение, поставить заплатку, еще что-нибудь? Лично я хотел, мне это нравится. Поэтому, если вам нужны ткани, нужна фурнитура, то в «Штурмере» также это можно купить. Вот смотрите, прямо на сайте «Ткани и фурнитура» заходим. Тут у нас выбор тканей, причем большой, например, вон я вижу мультикама, такс и так далее. А также фурнитура. Что касается фурнитуры, то здесь вообще огромный выбор. У нас здесь есть рамки, пряжки, двухщелевки, фастексы и даже пряжка кобра. Что вообще может быть лучше пряжки кобра? Ну, разве что вертолет Апач. Помимо военного снаряжения, обуви, одежды, в «Штурмере» также есть страйкбольное оружие. В моих руках сейчас дробовик Remington 870 от Цима. Так что, если вы хотите закупиться страйкбольным оборудованием, то здесь это также можно сделать. В «Штурмере» часто закупаются сотрудники спецподразделений. И прямо на стене висят благодарственные письма, грамоты и просто вымпелы тех подразделений, которые здесь закупаются, а также официальный сертификат компании 5.11 о том, что «Штурмер» является дилером. «Штурмер» имеет свои магазины в таких городах, как Санкт-Петербург, Москва и Псков.
Если вы живете в другом городе или просто очень ленивы, у вас есть возможность воспользоваться интернет-магазином и заказать доставку на дом. Сделать это очень просто. Просто выберите интересующий вас товар на сайте. К слову, на сайте очень удобная навигация по разделам и производителям. Добавьте его в корзину и следуйте подробной инструкции, описанной на сайте. Отдельное внимание стоит уделить вариативности способов доставки и оплаты. Каждый покупатель найдет удобный для себя способ приобретения нужной вещи. А специально для тех, кто живет в СПб и не ленится, мы покажем путь от метро до магазина, чтобы не заблудиться, что сделать, конечно, очень сложно, но все же. Из-за плохой погоды в первый наш визит в Штурмер эту прогулку не удалось снять. Так что сейчас у вас есть возможность заценить на мне свеженькую футболку, которую я приобрел чуть раньше. Штурмер в городе на Неве располагается по адресу 5-й предпортовый проезд, дом 3. Ближайшая станция метро Московская. С нее мы и начнем наш трип. Выходим из подземки и движемся в сторону монумента защитникам Ленинграда. Все очень просто, пока что мы идем по прямой. Как только видим монумент и площадь, движемся к отелю Park Inn. Его трудно не заметить, ведь он здоровенный. Проходим мимо и поворачиваем направо за ним. Мы на финишной прямой, здесь тоже движемся прямо, и нам остается только найти нужный дом и свернуть во двор. И вот она, заветная дверь. Дорога пешком, неторопливым шагом заняла у нас 10 минут. А на случай, если вы собрались добраться до Штурмера на автомобиле, все, что от вас потребуется, ехать по навигатору до улицы Галстяна. Дальше повторяйте за нами. Заезд к магазину находится на 1-й предпортовой. Вам нужно завернуть налево, и вы сможете припарковаться прямо рядом с входом в магазин. Подытожим, что же вам нужно знать о Штурмере. Это магазин с огромным ассортиментом, не только снаряжения и одежды, но и приводов для страйка, допов к снаряге и сопутствующих товаров. Здесь вы можете не только обновить свой комплект одежды и снаряжения, но и упаковаться с нуля. Впрочем, не нужно верить мне на слово, лучше загляните в магазин и проверьте сами. Все ссылки я оставлю в описании к видео. И да, не забываем ставить лайки, подписываться на канал, а также писать в комментарии, что вы думаете о магазине Штурмер. Пока!